что, защищать нашу родину, видимо, помогать. Ну, на сбор у нас идет. Я в армии служу. Замком взвода, сержант старший. У меня внутренние войска были. Ну, вы вчера получили, получается, повестку? Да. Вытащил из своего ящика почтового, улыбнулся, открыл его, прочитал. И своевременно пришел. И вот сейчас счастлив, что с остальными своими согражданами, россиянами поеду. Скажите, что вы взяли с собой? Вижу, у вас пакеты там. Личные вещи, минералка. А что еще солдату нужно? Все остальное дадут наши командиры. Россия вперед. Слава Богу, и Россия вперед. Ура! Все отлично.